Люди, для тех, кто вот не видел бананы, я не знаю, это вот сладкие, типа побольше, или есть вот такие маленькие, не сладкие, или типа платана большие. Мне кажется, это маленькие, не сладкие. Это бананы. В центре Рима есть место, где они растут, но там высокие деревья. Вот там находится город Ватикан. Я сейчас спустился об этой лестнице, я не знал, секретная лестница, секретный фарватер. Почему? Потому что выводят на другую улицу. Сейчас мы туда спускаемся. Я прошел уже половину. Здесь дома располагаются в этой зелени, скажем так, точнее, лестница это спрятана в этой зелени. Вот мы видим тростник, смотрите, какой. Чуть ли не 10-метровый тростник, вон, видите? Я серьезно говорю. А тут уже и бананы просто-напросто. Это просто интересно. Воздух, естественно, такой свежий. Ну, я не знаю относительно полезности, но тем не менее. То есть, смотрите, какая у него корневая система. Я просто о многом хочу сказать сразу одновременно. Мысли туда-сюда летают, блин, вот, потому сбиваюсь. И про Ватикан, и про растения, про природу, про лестницу, и про то, куда я иду, блин, иду я домой. Пытаюсь. Сверху я увидел улицу, я увидел выход вроде бы на Григория Сеттима, ну, в этот район. Ну, не знаю, смогу ли я пройти. Я здесь никогда не был. Рыжий. Вау, как бы мне не пришлось возвращаться, подниматься наверх. Слушайте, еще самое главное, у меня в телефоне память чуть освободилась, да? А завтра бы есть мероприятия какие-то, вроде бы, так как завтра день рождения Рима, вроде бы, как официально. Вроде бы как, я говорю, потому что, да, день рождения Рима должно быть в эти дни, и там мероприятие в центре, мне бы хотелось пойти отснять. Потому хватит на сегодня.